Колян, красава. Ксюша пишет статью в модный журнал. Муки литературного творчества самые жестокие. Бедная девушка ищет вдохновение у кальяна. Может, сладкий дым подарит ей озарение? Ну-ка, где еще искать вдохновение, как не там? Ты бы еще, блин, напилась бы. Вообще бы тогда вдохновение бы было. Знаешь, сразу бухнула бутылочка водки и пулитцеровская. Ну, естественно, это сарказм, и, конечно же, я этого не поддерживаю. В общем, здравствуйте, друзья. С вами Декарт, и это... Ксюша, безголовая плюша, я не знаю, как ее назвать, тупорылая клюша, обоссанная проституша, просто, короче, наша гламурная киса наша сидит и тыкает своими культяпками, делая вид, что она охренительный просто там какой-нибудь Эрнест Хемингуэй. Мы, естественно, Поля, вот это Поля, ее ноутбук замечательный, Поля, где она свои творческие мухи будет испытывать, мы, естественно, и будем мешать, все как всегда. Как мне писали в комментариях, что «Декарт, ты что, не видишь, написано, загрузка окончена, нажмите любую клавишу, а ты жалуешься на долгую загрузку». Долгая загрузка после того, как я нажал на клавишу, да. То есть я нажимаю на клавишу, вот эта надпись, она прекращает мигать, игра как бы фиксирует, что я нажал, а потом все равно приходится ждать. Почему? Непонятно. Так, ну что ж, вот она пошла, значит... О, тут шарики какие-то у нее там. А нахрен это надо? Так, видимо, можно шарик к чему-то привязать, это что-то улетит куда-то наверх, и замечательно, да? То есть вот здесь кальян, например. Кальяну шарик привязать, шарик его, собственно, в небеса и уведет. Ой, ой, слушайте, муза прям не посещает. Ой, муз. Может, у нее муз? Если, подождите, если человек мужского пола пишет книги, и он ищет себе музу, женщины тоже ищут музу, или они ищут муза? Вот интересно, тоже вариант такой, да? Это тема для научной диссертации. Муз или муза? Что важнее? Что желание. Так, принтер. Значит, что-то она распечатала там какого-то говна. Я пока не пытаюсь проходить игру, я просто наблюдаю за ней. Вы понимаете, да? Распечатав, она пошла вниз. Че, в ванну, что ли? Это? Она за пластырем поперлась? Ага, точно, увлажняющие салфетки. Сейчас сюда придет. Ну ладно, хорошо, давай пока... А чё тут нельзя в окно выйти? Блин, тут нельзя в окно выйти! Ну все, ну до свидания тогда, я не знаю, в унитаз прячься. Давай, заныри. А чё в окно-то первое... Меня поражает эта игра. Какого лешего, блин? Я же наводил вроде курсор, ну чё он тупой-то такой? Все, ну слава богу, хоть можно, да? Вентилятор. Так, что-то можно с вентилятором. Вот она свою рожу там наглую обмакивает говном этим. И кальян. Все, то есть она пошла сюда, потом она пошла сюда, а потом она пошла вот сюда. Очень разумный выбор маршрута. Ксюша, ты просто молодец. Ты великий тактик. Тактик не по годам, как говорится. Так, здесь что-то надо делать, но что делать, он не знает. Может быть, ручку... Может быть, салфетку? Нет. Это все нам не подходит. О, подушка. Ну, я просто все подряд пробую, я не знаю, типа. У меня пока не так много вариантов. Ну, давай тогда, ладно. Давай тогда шарики с гелем. Так, она сейчас пойдет там дуть. Ксюша будет дуть. Дуть будет Ксюша. И... Что здесь? Собак, что ли? Чертик на пружинке? Да, вон она там булькает. Булькает, бульбарасит. Бульбарасит Ксюша вовсю. Ксюша бульбарасит, вдохновение пидорасит. Ха. Чертик на пружине. Милая игрушка, выскакивающий на пружине чертик. Так, то есть это мы ее напугаем, да? Хорошо. Пойдемте на кухню, наверное, да? Куда она поперлась? Она пошла за какими-то карандашами непонятными или что? Куда она пошла? Ну, здесь такого ничего нет. Здесь вот нож есть. Ну, нож здесь есть, да, это такое. Это я вижу. Вот это все не открывается. Ксюша, алло! А ну, надо на нее нажать, наверное. О, она наверху! А, вот она что! Ароматические свечи, понятно? Так, хорошо, мы уже знаем. Есть такая штука, как ароматические свечи. Она занимается йогой, тоже ищет вдохновение. Чуть покурить, чуть вспомнить о здоровье, почему бы нет. Так. Ну, наверное, я предлагаю все эти свечи украсть и на все стулья их поставить, чтобы она очком садилась и... А! Там, кричала там, ругалась.
Так, она пошла к вентилятору. Вентилятор находится вот здесь. Слушайте, нихера у нее, конечно, маршрут. У нее дикий маршрут, серьезно. Прям жесткий. Так, что у меня есть? Раз, два, три, четыре, пять. У меня пять предметов, мне не хватает какого-то еще одного для полного инвентаря, правильно понимаю? Увлажняющие салфетки я в тот раз, по-моему, не смог подобрать. Или смог подобрать. Вот это салфетки? Нет, это воск для депиляции, да? Так, ну хорошо, если воск для депиляции, то, наверное, его надо на салфетках применить. Меняет речь человека, легкий газ. А, это значит, гелий, значит, к кальянчику, да, это понятно. Ну-ка, давай. Увлажняющие салфетки. Так, окей. Здесь готово. Теперь идем сюда. Смотрите, сейчас надо что-то сделать с вентилятором. Нож острый, легко разрежет ткань. Нож на подушку. Это мы уже проходили в какой-то серии. Нож, значит, на подушку. Да. Теперь перья вот сюда. Правильно? Правильно. Вот это все правильно. Вот это я понимаю. Дальше. Смотрите, какая штука. Ароматические свечи. Я предлагаю пойти вот сюда и разобраться с ароматическими этими свечами. По-любому их нужно как-то вот с чертиком на пружинке, мне кажется, смешать. То есть, чтобы он отсюда выскочил, когда она там наклонится над этими торчащими елдовинами, да? Нет. Смотри-ка. А, вот, конечно же. Петарда. А, это петарда. Я думал, это ручка вообще сейчас. А это петарда. Так, вот она распечатывает. Смотрите, надо будет еще что-то сделать с принтером 100%. Я прямо вот убежден в этом. Но сейчас она пошла... Сейчас она пошла вниз в ванную, да? Все, она идет в ванную. Там сейчас ее, кстати, будет ждать первая пакость, между прочим. Как бы я вам хочу отметить, да? А я, значит, вот она... Вот она поперлась. Давай, давай, иди, иди, слышишь, придурок. Вот сюда вот давай. Оп. Все, хорошо. Давай в эту дверь. Так, там собаки нет никакой, ничего. Тут никакая скотина тут не гавкает, нет? Вроде бы нет, да? Так, сейчас красотка будет. Сейчас, ать! И пол башки снесло, да? Скальпирование такое жесткое. Все, там заверещало, паскуда, заверещало. Так, ты чертика там будешь применять куда-нибудь, нет? А, хорошо. Сюда. А в чем прикол ноутбука? Может, чертика на ноутбуке надо как-то? Да, чертика на ноутбуке. Ой, она к кальяну идет уже. Это я не успел, получается, да? Ну, слушайте, ладно, ладно, давайте. Или я все-таки успею? Я не знаю, ребята. Я боюсь! Ай, похрену! Нет, уже все, я уже опоздал. Да я бы не успел, я бы побежал, и все, меня бы там нагнули. Давайте она пусть уже... Рейтинг теперь будет говно, ребят, к сожалению. Рейтинг будет говно. Шан туда-сюда бегает, хер пойми, по какому маршруту, по алгоритму. Ну вот она сейчас покурит, короче, без всяких проблем для здоровья. А уже потом только я поставлю, вот видите, эту хрень кальянную. К сожалению, только так. А это что, это можно взять? Нет, нельзя. Так, ну ладно, хорошо, давай я шарики с гелием сюда сейчас. Вот она еще что-то там в рот запихивает. Что она еще там запихивает, я понять не могу. Шоколадка это, что ли? Что это, я не понимаю. Или она тренируется для колена там по запихиванию в рот всякие себе конкурсы устраивает. Я не знаю. Так, ну, тут еще тебя ждет сюрприз, кстати, да? Ты не забывай, пожалуйста. Так, все, давай, выходим. Выходим, сейчас будем шарики с гелем применять на кальян. Давай, понеслась. Тебе надо туда гель, получается, весь выдавить. Ага, точно. А вот теперь, ребята, я и не знаю, что. А что еще-то? Что-то еще, что ли? Может, принтер? Может, мусорка? Ну, надо попробовать что-то на принтере сделать. А, сейчас бабахнет, да? Так. А, она только, да, она в медитацию только погружает. Только она там ловит, короче. Муза снизоходит, и бах! И все, и... И это муза кардиологии такая, знаешь, снизошла. Все, сердечный приступ тебе. Все, все, завизжало, завизжало. Тут он не знает, что делать. Шреддер. Так, о! А, поменять шреддер на принтер. Понятно, слушай. Ну и все тогда, ребят. Тут уже остается просто сесть, вот это очко примастить свое и расслабиться. Сейчас мы просто будем смотреть и наслаждаться. Давай, Ксюша. Я уже все приготовил. Дело за малым. Вот, курица, пожалуйста. Приняла свой, что называется, истинный облик. Тупая курица будет ходить по дому, прекрасно. Фейспалм, да. Куриный фейспалм. Еще, знаешь, так, пак-пак, еще так сделай. Пак-пак-пак, пак-пак-пак. Что-то не хочет.
Чего она уселась? Ой, слушайте, а может еще можно было сюда что-то подложить? Например, дохлую проститутку какую-нибудь под этот самый. Она проваливается, раз, там кровать переворачивается, она с дохлой шлюхой лежит. Как в этом фильме, там, 4 комнаты была сцена. Ну, не такая, конечно, но вы поняли, что я имею в виду, если кто-то смотрел этот фильм. О, сейчас она будет, это, чертик сейчас выскочит. Сейчас выскочит чертик, а мы тут будем нагло хихикать. А где еще я оставил-то пакость? Я вот не помню. Здесь вроде сделал, здесь. А, кальян, конечно. Все. Ну ни хрена, слушайте, это, знаете, это могло, в принципе, обернуться нехилой такой травмой. Она там, между прочим, перевернула нахрен стул. Давай, тебе еще раз печатать надо. Давай, печатай. Печатай давай. Давай, печатай, в конце концов. Сейчас будет идеально. Мне только, правда, очень интересно, каким нахрен образом команда из ноутбука печать, в принципе, включает измельчитель бумаги, даже в том случае, если... Хотя я не знаю, у меня вот такой штуки дома никогда не было. Она что, как принтер распознается операционной системой? Ну, хрен его знает, хрен его... Да ладно, чем мы будем... Это игра, следующая игра, чем мы парим? Давай, понеслась. Сейчас, понакатала она там какого-то говна, какую-то гламурную статейку и... Какой же у нее вот ад просто жизни, вот, понимаете? У нее жизнь просто говно, я не знаю, она наверное, под конец игры окажется в сумасшедшем доме. Я абсолютно этому не удивлюсь. Так, слушай, у нас осталась всего лишь одна единственная пакость. Вот, блин, если бы я тогда успел все-таки кальян-то поставить, то мы бы уже и закончили. А так надо подождать, пока она вот это пройдет со своей вот этой вот походкой этой безмозглой лани туда-сюда, вот горделиво так. Все-таки, мне кажется, быстрее, вот в оригинальной игре, когда стать соседа, они быстрее перемещали свои жопы в пространстве. Здесь как-то, знаете, тут такое ощущение, как будто она просто властелин вселенной, и она хочет прочувствовать это каждым своим шагом, понимаете? Ну, наверное, после вот этого она пойдет к кальяну. Вот сейчас она свою рожу помажет, стрёмную, пропитую. Посмотрите, ну реально, Кэмерон Диас наркоманка, вот другого слова не подберу. И еще, кстати говоря, шутили... В комментариях под прошлой серией, что когда соседка Экзе, кто-то пошутил, что соседка решила сниматься в фильме «Маска». Кэмерон Диас как раз снималась в фильме «Маска» с Джимом Керри, если я ничего не путаю. Да, точно, 100%. Может быть, это даже не совпадение, смотрите, потому что она реально на нее похожа. И плюс она еще была вот с этой зеленой рожей. Была похожа и с зеленой рожей, а это, соответственно, однозначно что-то да значит. Так, ну чё, давай иди. Бульбани как следует. Как следует, бульбани, прям по полной программе. А что, она после этого говорит, что будет? Как она выяснит, что... А, это, наверное, телефон, точно. Она, наверное, покурила, да, вот покурила. А потом телефон, типа, сейчас будем проверять. Слушаем. Там еле-еле слышно, но слышно. Так, окей. Все, красавец. Молодец просто. Ну, 61%. Рейтинг, конечно, такой говененький. А она вообще такая спокойная, да? Тут какой-то мудак стоит, раскланивается невидимым людям, да? Так, знаете, на чердаке идет, покурила. У нее всю дорогу, у нее день не задался. Постоянно что то там, то тут какие-то проблемы. Казалось бы, от чего это? И тут какой-то бомж стоит, блин, где-то наверху. Соседушка родимый. Да вообще насрать, пошла себе куда-то вниз. Упражнения и спорт – лучший способ получить отличное здоровье и прекрасное настроение. Ксюша очень внимательно заботится о своей фигуре. Митяй поможет ей набрать отличную форму. Митяй будет запихивать в нее крем-брюле. Это Колян? Это Колян, здорово! Нет, это батя ее, по-моему, мне кажется, нет, я не знаю, просто... Так, подождите, ладно, я пока могу, в принципе, не переживать, она... Наверх тоже надо ходить, да? То есть мне везде, смотрите, открываю... О, боже, тут еще целое... Так, ну давайте я попробую. Перво-наперво исследуем то, что нам еще неизвестно. Исследуем спортзал у нее тут внизу и гараж, видите, с автомобилем. Сейчас я попытаюсь что-то понабрать. Гантели, ничего. Тренажер. Тоже ничего. Здесь нет предметов для инвентаря. Здесь, по-видимому, как я понимаю, предмет... А, она в кондиционер! Она сюда идет! Дай быстрее! Где спрятаться можно? Нет. Тут есть место для пряток? Куда ты пошел, дебил?
Дебел, ты куда? Возвращайся давай! А ну заныривай под машину! Под машину! Прячься под машину! Я тебе говорю, прячься под машину! Не будь идиотом, прячься! Сейчас не до брезгливости, я знаю, там грязно, но скоро будет еще грязней. О, банка с краской. Нормальная тема. Так. Машинное масло. О, прикольно. В каток. А, ну на беговую дорожку. Машинное масло на беговую дорожку. Так, смотрим, что она делает. Включила кондерчик. Потом, значит, на беговую дорожку пошла. Сейчас она побегает. Тут, естественно, все надо смазывать. По-любому. Сейчас с таким звуком бегает, как будто она с этими несчастных хомяков давит вот этими ногами. Я не понимаю. Ой. Прикиньте! Колесиком мышки можно регулировать, оказывается, фокус. Не очень сильно, правда, но можно чуть приблизить. Что-то такой звук, это об сиськи обьёт, стукнул гантели или что. Так, ну ладно, вот она потягала. И сейчас она еще вот этот тренажер. Но я думаю, она это сразу же... А, нет, смотри. Этот тренажер она трогать не стала. По-видимому, у нее тут будет два захода. Куда? Куда? Куда ты пошла? Только не говори, что сюда, кабель. А сюда пошла, по-моему, нет? Кабель я взял, слушайте, я кабель не заметил. Нет, слава богу, она сюда не пошла. Хорошо, смотрите. Кабель, мне что подсказывает, что кабель нужно вот сюда вот привязать, да? Нет, ни хрена подобного. Ладно, давайте я вначале банку с краской. Машинное масло, вот, машинное масло сюда. Да, это точно. А вот теперь банка с краской. Что, куда, чего? Может, вот сюда? Да, то есть, чтобы она здесь жопой села. И... А куда она идет? Круг вот этот вот ее. А, вот круг. Еще и там. Еще и там она сейчас будет. Ага. Скакалка у тебя есть, чтобы ты как плейтайм там хреначил? Мужик, ты бы тоже пошел чем-то занялся. У тебя скоро одно брюхо будет весить, как вот эта твоя вот эта мадама или доченька, или кто это. Я просто скажу. А, и она опять сюда идет. Видите, какая фигня? Заправка для ручки. Фиолетовые разводы от чернил почти не смываются. Кабель помогает доставить электричество. Туда, где его раньше не было. Кого чего? Так, ну ладно, похеру. Мы что-то сделали. Сейчас я спрячусь. Потому что выбора-то уже и нет особо. Мне только и остается, что прятаться, правильно? У меня еще есть вот заправка и кабель. Так, давайте вспоминать. А что она делала перед тем, как вот этот обруч взять и пойти вниз? Она еще же куда-то ходила, да? Так, сейчас она отсюда выйдет. Сейчас гантели, наверное, надо было связать, может, кабелем, да? О, сейчас будет, смотри, сейчас краска на нее как... Давай. Ой, как прелестно! Слушайте, ну это прям жесть. Вот это ты в форме, да? Поддерживает форму такой, знаете, вот... 8 пакостей? Охренеть! Ребят, тут еще... Ну да, после такого в душ надо сходить, я согласен. И вот к этому моменту, если бы я хотел пройти игру на хороший рейтинг, у меня уже в душе должно бы быть какое-то наказание для нее, да? Кондиционер, ну-ка, что там? Что вот с кондиционером, непонятно. Так, ладно, давай выходить. Пусть она пока в душ идет, а я выйду, наверное. Может, на... О, смотрите, тут еще... Тут еще и на кухне-то можно, вон. Приправа с перцем какая. Быстрее, Митяюшка! Ты что, даже не переодевшись? Ты дур, что ли? Кто так делает-то? Так, давай, вот, бери. Бери все это говно. Так, только одно он взял, да, приправу с перцем. Она сейчас пойдет, значит, наверх. Там этот пузан сидит. А приправу куда мне девать, интересно просто? Гаечный ключ, господи. Ну, давай пойдем возьмем гаечный ключ, ладно. Гаечным ключом надо было разобрать, по идее, бы тоже какой-то здесь элемент. Я так понимаю. Так, ну ладно, это мы пока не будем. Здесь можно что-то взять? Еще в шкафчике что-то есть, смотрите. У нас еще и шкафчик оборудован каким-то предметом особым. Что здесь? Тальк, летучий порошок. Если развеять его по комнате, создаст дымовую завесу. Ой, она пошла к этому. К колену, наверное. О, шорты можно стырить, да? Давай, пока время есть. Или их надо не стыривать, а может быть надо что-то с ними сделать. Че, просто посидите, да? Да, они сидят как дебилы. Так, он не знает, да, что делать. Но я предлагаю, наверное... Ой, быстрее, чувак. Блин, я тебе серьезно говорю, торопись! Это чтоб ей жопеньку напекло, да, я так понимаю? Видимо, так. Ну-ка, давай, слезай. Слезай вниз. Сейчас она будет одевать.
надевать, точнее. Что-то почесывается, да? Блин, как-то это забавно смотрелось, конечно. Ну, ей, конечно, не забавно. Мне забавно, да, потому что я сволочь. Ну, а что вы хотели? Так, а вот... Ой, стоп. Стоп. Неправильно. Давай опять наверх. Опять наверх, сейчас через верх пойдем. Надо еще, кстати, что-то с обручем тоже делать. Вы же видите, что там еще обруч? Как раз этим займусь, раз она... Раз она внизу, то я буду вверху, и все, никаких проблем. А, кстати, а если я вот приду вот к этому мужику, он же, наверное, тревогу забьет. Могли бы просто проверить эту тему, как это вообще будет работать. Я просто хочу, что он скажет вообще. Так, давай попробую, наверное, кабель на обруч, может быть. Нет? Я не знаю. Электричество доставит куда-то там. Нет, это странная тема. О. А, фиолетовый развод. Ну да, 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 оно и логично. Так, здесь нету никакого предмета, который я мог бы использовать, правильно? Давай. Ни хрена растяжечка-то, а? Ты там не порвалась во всех местах, не? Соседушка родная. Так, все, опять там карате пошло адовое. Давайте попробуем все-таки сагрить мужика. Я просто хочу на реакцию посмотреть, типа. Слышь, мужчина. А у него бита тут лежит. А с хрена ли у него бита-то ли... Тихо. Да ты что, тупой, что ли? Вылезай! Че он вылезает-то? Я не... Ты дурак, Митяй! Дурак, Митяй, ты дурак! Я тебя нажимал! Да, мужик, видно сразу. Опа, он просто шизофреник, мне кажется, он поехавший. Тут уже девушка давно разобралась в рукопашную по полной программе. Этот дебил там что-то машет, что-то грозится. У, я тебя. Ща вот Ксюша уйдет, и я тебя, ух. Тогда, да. Да, вот такие вот дела, ребят. Смотрите, давайте сразу вот это подбирать, потом вот это подбирать. Сейчас буду набирать, получается, инвентарь первонаперво. Наберу инвентарь, потом будем смотреть, думать, что да как делать. Я думал проэкспериментировать, я, в принципе, не жалею, мы посмотрели довольно забавную анимацию, но вот, к сожалению, как вы можете видеть, забавная анимация привела к тому, что наш главный герой что-то натупил по-жесткому, по-адовому просто, и как-то странно себя очень повел, я считаю. Так, все, она уже идет там вниз, получается, поэтому, наверное... Блин, она переоделась, да? Вот говно, хреново, что она... Блин, плохо, что она переоделась, на самом деле. Давай, вылезай. Наверное, чё, подготовим ей сразу тогда обруч, да? Вот это ж надо на обруч, это надо будет потом на шорты, но только когда она переоденется, ну логично предположить. Там внизу тоже, в принципе, есть чё взять. Провод, да, я его так и нигде не использовал. И что-то еще здесь было. А, и машинное масло, ну это все понятно, это все мы так и сделаем потом. Так, давай, вылезай, беги, иди. Пусть все будет хорошо. Так, сейчас разберемся, сейчас справимся. Она включает. Пульт, смотрите, где-то вот там вот лежит еще пульт. Что-то надо будет еще с пультом делать. Так, ключ надо будет тоже потом использовать как-то. Тут, короче, есть над чем подумать, есть над чем поработать, ребят. Такой вот уровень достаточно... Ты что, мне издеваешься, что ли? Давай делай. Уровень суровый достаточно, я хотел сказать, да. Все, да, готово. Все, он там уже сделал. Она теперь идет гантели тягать. Угу. Так, тут этот дед этот придурочный совершенно. И я, получается, наверное... Я даже не знаю, куда она там дальше планирует. Вот сейчас она гантели потягает, она куда планирует вообще перемещаться? Давайте посмотрим, мысли какие у нее. А, она вырубает кондиционер. И знаете, наверное... Стой. Давай вот сюда. И мне что-то подсказывает, что, наверное... О, кстати, душевая кабинка, точно. Она же в душ отправляется, правильно? В душе, значит, можно... Ты куда, идиот? Ну почему он не может сообразить по короткой дороге-то? Вот, пока вот сюда не нажмешь, он прется прям через вот это все. Ну дебил, не дебил, нет, ну дебил же, натурально. Давай вот душевую кабину сейчас разберем. Мне кажется, это поможет, нет? А шо ж тебе надо-то тогда? Тальк, нет, это все не то. Ладно, а, провод, наверное, надо использовать. Давай, вылезай, короче. Сейчас мы с тобой будем, смотри. Так, она за обручем, да, она за обручем. Там, тяп.
Кстати, это мы еще не видели, как она будет выглядеть после этого. Сейчас она вся в фиолетовых разводах должна быть, да? Ой, пузяка! И в душ пойдет. Вот самое обидное, что она сейчас в душ пойдет, а я для душа это пакость не подготовил. Понимаете? Или она не пойдет в душ. Это, кстати, тоже интересный момент. Блин, она сюда прется почему-то. А почему она сюда-то идет? Я не успел же. Как я успею-то? Ну ладно, похеру. Давайте я тогда просто пока соберу вот... Вот это все. Потом она уже уйдет, когда из этого спортзала. Сейчас я точно не буду выходить. Она меня сейчас поймает. Нет, мы ждем. Мы ждем, мы наблюдаем. Просто наблюдаем, как она своей гордой походкой. Блин, мисс Зебра 2019 шляется туда-сюда. Что с гантелями, кстати, делать? Тоже интересный момент. Так, читаем. Тальк. Ну, тальк, понятно, это все ясно. Понятно, да. Так, давай, понеслась. Кондиционер еще тоже надо будет что-то придумывать. Возможно, провод туда надо будет какой-то. Или типа того. Вот этот вот. Фиг его знает. Так, у тебя тут много еще планов, нет? Все, вот теперь она в душ пошла. Ага. Теперь она пошла в душ. Так, ладно, давайте приступаем. Краску вот сюда, значит. Это мы уже умеем. Сюда вот эту красоту. Это мы тоже уже умеем. Модернизация спортивных снарядов. Хорошо. Это попробую в кондиционер, нет? Забавно. Гантели, что можно с ключом с гантелями сделать, я не знаю. Странная какая-то херня. Можно таки. Так и можно ключом с гантелями что-то сделать. О, сейчас, смотрите, сейчас же тема будет, она... Так, вроде бы... Ну-ка, стой, давай напоследок ты вот это попробуешь, пожалуйста. Нет, все, беги тогда. Тогда надо бежать, она сейчас там переоденется же, я должен быть во всеоружии, наготове. Все, вот сюда вот, беги, тальком ей жопу-то присыпать надо же, да. Провод, кстати, вот сюда вот еще надо. Тоже, наверное. Да, это оно, смотрите. Идеально. Мне, короче, останется только... А, мне только вот это останется, да? Разве... А, кондиционер, блин, в кондиционер надо было тальк. Какой же я тупой. Что ж ты будешь делать? Почему я не сообразил? Давай, вот. Это сюда. Шорты. Это в шорты получается, да. Ты что ты мне рассказываешь? Давай бегом. Так, все, она пошла опять сидеть с этим кентом. Все, я все сделал, теперь я бегу назад. Да, и я, в принципе, сейчас успею к кондиционеру с тальком с этим подойти, по-любому. Нормально. И... Ого, нихрена, мы даже тут можем, видите, посмотреть такие вещи. Может, скелет чей-то закопанный увидим, нет? Знаете, как в Симпсонах некоторых сериях бывали приколы. Хорошо живет эта тетенька, блин, аж зависть берет. А, сейчас опять, да? Сейчас опять давай почесываться во всех местах, сейчас будем опять, да? Шик-шик-шик. Как макака такая, да? Так, все, давай, спускаемся. Ты внизу? Ты внизу, молодец, все, вот давай, вот это понеслась, это по-любому. Вот она как раз сюда идет. Давай быстрей. Должны успеть, я считаю. И в гараж. И, в принципе, и все. Да, вот, в гараж. Сейчас она придет. А получается, пока что было произведено всего лишь две гадости из восьми, которые могли бы быть произведены. Но вот сейчас вот здесь, в принципе, будет 1, 2, 3, 4. Это уже будет 3, 4, 5, 6, а потом еще 2, да? А, в душ она еще пойдет одна. Все, по-моему, не? Блин, это все... еще что-то надо будет искать, да? Так, ну-ка, давайте смотрим. Это, знаешь, кокаинум. Это гламурная жизнь, понимаешь? Как же она без этого может обойтись? Я надеюсь, она сразу в душ не попрется. Давай ты вначале еще какие-нибудь здесь тоже снаряды, а? Подзанимайся уже. Ну да, прям вот так и позанимайся. Какая разница? Все потом в душ идти, что-то туда-сюда бегать еще раз. Сейчас еще сюрприз, кстати, будет, а? Смотри! Кошмар! Боже мой! Мне кажется, нас потом заставят больничные счета просто оплачивать. Еще счета психиатров, да, больничные счета. Колян еще, бедолага, тоже с ума сойдет с такой-то бабой, наверное. Так, ну все, она, значит, покрутила своей головушкой. Теперь начинается вот здесь. А потом еще вот сюда. О, ребята! Так. Че, сейчас электроразряд будет, да? Давай. А, нет.
Ну, странно, я что-то... А, я тут не провод, я что-то другое тут использовал. А что, я уже забыл даже. Все, она топотнула ножкой. Фейспалм еще один. Ну, давай уже вот... Нет, она больше не хочет заниматься. Видимо, вот это уже в следующий раз. Ну, окей. Все, вырубает. Вырубает кондиционер. И, блин, и она идет к обручу. Ой, ребята, это долго будет, конечно. Алле, хоп! И еще раз мы можем наблюдать, как у нее, знаете... Цвет настроения синий, да, условно говоря, на башке. Теперь, после этого она попрется в душ, и там, в принципе, еще одна напасть будет ее поджидать. А потом вот уже все, ребята. Вот потом уже я что-то понять не могу. Причем я, знаете, я везде пытаюсь клацать, я везде пытаюсь что-то обнаружить, найти, где у меня, что называется... Ну-ка, давайте посмотрим, что вообще тут произойдет-то. Вот здесь я провод использовал, да? Так это называется убийство! Это так умереть можно вообще-то. Там ее электричеством долбануло, вы поняли, когда она в воду-то встала? Ни хрена себе. Ну и вот теперь после этого надо думать, понимаете? Осталось еще какое-то одно действие, которое необходимо совершить. Если честно, я не понимаю, какое. То есть я вроде бы везде уже тут все облазил, да? Ну серьезно, а что тут еще? То есть вот, гляньте, куда бы я не направил свой указатель... Да? Нигде никаких положительных результатов это не дает. Можно, конечно, было бы там нарисовать бы что-то, но маркера нет, понимаете? Здесь вот холодильник ты никак не откроешь. Здесь тоже ничего. Вот. Колян красава. Или кто? Я думаю, что это точно не ее батя. Это Колян, походу. Такого я, конечно, не ожидал. Просто бомба. Концовка фееричная. 94% рейтинг, ребята. Между прочим. Да. Окей. Мужик молодец. Меня бить не стал, а ее не пожалел. Ну, правильно, он понимает, сколько уже эта манда из него денег-то высосала. Уже надо отвечать немножко за свои поступки, да? Колян подарил Ксюше красивую машину. Теперь она стоит в гараже и притягивает Ксюшу как магнит. Будет притягивать, но уже в следующей серии. И Ксюшу как магнит, нас как магнит. И я, скорее всего, там магнит какой-нибудь установлю и притяну туда. Возможно, Ксюше там запихаю какой-нибудь, знаете, стальной болт. Я не в том смысле. В юбку притяну магнит. Она будет притягиваться к предметам. Что-нибудь такое придумаем, не знаю. Посмотрим. Пока на этом заканчиваем. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.